Дніпро готується скласти конкуренцію Харкові та відкрити на своїх просторах музей дитинства. Де розташується цей новий музей? Що в ньому буде? Про це поговоримо детальніше з нашим наступним гостем. Михайло Прудніков вже в нашій студії. Це директор технічного музею «Машини часу». Доброго ранку. Мало берете Київ, в принципі, головний по музею ігрушки, як говориться, ви нас з Харковом рівняєте. Ми хочемо і Харків, і Харків Київ поближче. Усіх перевершити. Да. Ну, давайте розказуйте, як же виникла ідея створення музею дитинства, як цей музей пов'язаний з музеєм «Машини часу»? Ну, виходить, що нашому музею йде 6-й годик, ми як би ростемо, обростаємо експонатами, ми не просто холодний гараж, там, де зібрані ну, 40-50 автомобілів і 20 мотоциклів, ми музей епохи. Тобто ми участвуємо постійно в всевозможних виставках, грантах, проводимих праздниках «Ночі музеїв». Поэтому нам все время скучно, и как бы наше развитие невозможно остановить. Поэтому за эти 5 лет у нас возникли и появились экспонаты, которые как бы ну, уже просятся на выделение, потому что в нашем хранилище не все помещается, оно не только на Мандриковской и Крестьянском спуске, уже и мы на улицу Береговую переехали, заняли площадь 400 квадратов, где у нас хранятся наши невыставленные экспонаты. Ну, если обычный государственный музей может спать спокойно лет 100 и выставить раз в 50 лет какой-то экспонат, то нам не чешется это сделать быстрее. Поэтому для этого мы идем таким сложным путем, как говорится, пытаемся открыть новый музей. Звідки воно все береться, ці нові експонати? Ну, если вы думаете, что нас забрасывают прямо миллионами подарков, я могу вам сказать рейтинг популярных подарков для музея машины времени. Сказать? Давайте. Вот угадайте, первое – это фотоувеличитель. То есть вот у каждого был в семье фотоувеличитель для печатания фотографий. То есть вот это номер один во всех подарках. То есть когда человек позитивно настроен, просмотрел, ему понравилось, он говорит, вам не надо такая ценная вещь. А я говорю, фотоувеличитель, да. То есть, ну, на самом деле, за это время нам даже подарили две машины. То есть одна сейчас проходит выставка «Москвич-408». Это у нас называется выставка «Стратегический автомобиль». И сын внука, который проектировал Байконур, вот передал нам такой автомобиль. Еще была победа когда-то. Но касаемо, если вы подводите под игрушки, конечно, игрушки периодически к нам дарят. И опять же, тоже знаменитые люди. Есть Волок, который знаменитый фотограф в нашем городе. Он передал нам порядка 40 гномиков, те, которые как раз делал наш комбинат игрушки. То есть и так получилось, что в нашем маленьком сувенирном магазине продавались такие же гномики. И на следующей неделе пришла его жена и говорит, представляешь, они нашу коллекцию продают. Ну, я их успокоил, что это, как говорится... Что это не вона. Конечно, да. То есть такого у нас быть просто не может. Ну, то есть вот как бы массовые популярные вещи, конечно же, приносят люди в музей. То есть, ну, а если брать наш комбинат игрушки, о котором тоже в музее игрушки, музей детства, будет целая экспозиция, то мы сейчас изучаем по нему материалы и как бы через вашу передачу, ну, просим у кого родственники работали, у кого есть макеты этих гномиков или, как там, интересный был такой, тунеядец, что ли? Как же его звали? Вот видите, вылетело из головы. То есть фотографии, как люди работали на этом комбинате. Потому что ну, по тем статьям, которые нам предоставили библиотеки городские, мы писали им запрос. На этом комбинате работало 1500 человек. Это большая цифра. Они производили каждый год порядка 100 номинований продукции. Выпускали ее на 6 миллионов рублей. Ну, вы хотите створить окремый зал для того, щоб розказати цю історію саме Дніпропетровщини і як тут іграшки створювалися іграшки. Конечно, так? Ну, то есть, ну, только опять же, мы не ограничиваемся нашим комбинатом. Мы знаем просто, ну, на все постсоветское пространство всего было 13 больших комбинатов, он туда входит. Но в нашем городе еще делали и роботы, и самолеты, и танки. То есть, и самый большой завод пластмасс у нас был, завод «Волна». Он тоже очень много сувениров делал. То есть, там будет в основном комбинат игрушки, но еще и те предприятия, которые выпускали. Для того, чтобы, ну, так получалось, что эти игрушки, конечно, продавались и на Дальнем Востоке, но нас интересует связь человека. То есть, он пришел в музей, увидел ту именно игрушку, которую он играл, тогда на него приходят воспоминания, ему это приятно, и он может даже поделиться какой-то историей. Ну, кстати, вот о историях. Именно сейчас в нашем музее проходит, ну, как бы мы тестируем маленькие моменты, которые будут в будущем музее игрушки. То есть сейчас идет проект идентификация. То есть в чем он заключается? У нас есть, как раз возвращаясь к подаркам, подарок от директора Павлоградского музея исторического Татьяны Ивановны «Медведь» — это порядка 80 кукол. Но так получилось, что
Она не то, что их покупала в магазине в свое время, она помогала женщинам, которые торговали на барахолке рядом с музеем. То есть за небольшие деньги выкупала эти куклы. На этот момент у нее скопилась очень большая коллекция, которая занимает большое пространство в гараже, и у мужа не умещается машина. И она попросила нас пристроить небольшую часть этих кукол. Но проблема в том, что, будучи даже музейщиком, она их не идентифицировала. То есть она не знает, как ее зовут, правильный на ней наряд, кто ее сделал и какая личная история у этой куклы. А как музей, для того, чтобы передать интересную историю человеку, который пришел, потому что, ну вот, вот стоит баночка, ну и что с ней? А если ее в руках держал Гагарин, это же совсем другое, или Каденюк, правильно? То есть история. Вот точно так же мы сейчас проводим такой проект в нашем музее, порядка 100 кукол перед вами. Вы приходите, видите, если вы узнаете свою любимую, ту, которую вам подарили за что-то, вы можете заполнить анкету или на печатной машинке, или на компьютере, или в электронном виде, то есть по QR-коду, и оставить нам эту анкету. За заполненную анкету вы получаете подарок, пригласительный в музей машины времени, а мы получаем историю и идентификацию этой куклы, какой комбинат ее выпустил, правильно ли на ней одежда, ну и какую-то душещипательную историю. Истории бывают очень интересные. Ну и это все ляжет в основу нового музея. І ті лядки зараз виставляються в музеї машини часу, правильно? Да. Їх можна прийти, побачити і поділитися своєю історією. Да. Згадували вже про музеї дитинства у Харкові, у Києві. Можливо, за кордоном ви дивилися на досвід подібних музеїв. Що скажете, чи дивилися? Ну, звісно. Ну, тобто, дуже цікаві музеї в Берліні, в Будапешті, в Турції. Ну, якби всі основані іменно на національному продукті. Тобто, вони намагаються робити те, що вони везде були першими, і їхні ігрушки были интересны. То есть мы тоже покажем о том, что мы делали игрушки. Конечно, на сравнение, опять же, ну, потому что период времени, если брать наши игрушки, мы не уходим далеко, потому что есть разные музеи. Вот, допустим, в Вильнюсе идут от рыцаря, ну, с игрушками. Ну, то есть у них есть такая возможность с экспонатами. Наши экспонаты датируются самые дальние, это вот там, 50-й год. То есть мы показываем срез экспонаты 50-90-е годы. 20-го столетия. Да. Угу. Чи можна приносити, до речі, свої іграшки? Ось хтось побачив і хоче також віддати свої іграшки. Чи можна приносити? Фотоувеличитель. Ну, це перше, а потім ще щось. Ну, конечно, но только мы не берем все. То есть, ну, то, если у нас уже гномиков целый батальон, то как бы гномиков больше не принимаем. А если гномик с хорошей историей и, грубо говоря, какой-то уникальный, потому что вот даже одна женщина, которая нам принесла, одна из историй, и опять же наш комбинат игрушки выпускал кота с волосами голубого цвета. Вот если волосы были длиннее на 2 сантиметра, этот кот в сапогах предназначался на экспорт, потому что волосы были длиннее. То есть для нашего местного рынка он был с короткими волосами, а для другого с длинными. То есть если ваши гномики будут какие-то там с пятой рукой или с третьей ногой, ну и под это будет объяснение, конечно, мы их возьмем. Які особливості музею дитинства ще будуть? Чи це буде традиційний музей, де не можна нічого чіпати? Чи це буде такий інтерактивний музей? Які особливості? Ви хочете тактильності. А де у вас можна понажимати? Можна мені камеру? Я теж хочу поснімати. У вас можна? Звичайно, йдіть, понатискуйте. Звісно. Тобто ми розуміємо, що без цього зараз нікуди. Зараз в музеї відкриті 3 автомобілі, в яких можна рулити, газувати, нажимати на кнопки, отримати звуки техніки або екскурсійну программу. Там тоже планируется в первом зале, всего их 3. То есть первый зал у нас называется зал игровых автоматов и настольных игр. То есть в середине зала стоит большой стол с ячейками всевозможными, с куполами, сферами. То есть 50% этих ящичков будет открываться, в которых будут находиться именно игры, которые, ну, дублированы, и нам не жалко, что если они там за годы придут, ну, ну, поломается. У нас есть еще что выложить. То есть можно будет играться этими играми, хоть им и 40, и 30 лет. Ну, если они дублированы. Если они уникальные, они находятся под стеклом, и просто про них будет экскурсионная программа. На этом столе также будут кнопки, там, где будут звуки, экскурсионные программы. Все будет крутиться, вертеться. Ну, и рядом будут выставлены, поскольку это зал игровых автоматов, то есть будут из 80-х годов представлен морской бой, охота, снайпер, то есть такие игровые автоматы. А рядом под стеночкой будет именно тот переход, который был в середине 80-х. Наше предприятие, Днепропетровский машиностроительный завод, ДМЗ, производил компьютер «Арель». То
То есть и первые игровые приставки, то есть я это застал, как раз заканчивал школу, когда ну, очень хотелось играть в «Ариэль», но нужно было делать уроки, а у кого она была, собирался чуть ли не весь класс, чтобы поиграть в эту игровую приставку. То есть и будет этот переход именно компьютеризации тоже, наши игры, которые через телевизор еще шли, и ну, переход уже на PlayStation. А коли ж, власне, чекати відкриття? Ну, это зависит не от нас, а как разрешают и вам в эфир приглашать и общаться они по онлайн-трансляции. То есть мы перешли уже как музей, мы работаем. Как бы, когда разрешат хотя бы пользоваться, ну, уже индивидуальными вещами. Вот, допустим, у нас есть порядка 20 игровых автоматов, но мы пока не можем разрешить посетителям ими пользоваться. А поскольку, ну, это же должен быть один из основных залов музея детства, поэтому как бы, ну, если нельзя, то что же открывать? То есть просто рассказывать экскурсию и говорить, это нельзя трогать, это тоже. Поэтому как бы мы думали сначала открыться 2 июня, в день защиты детей, но теперь никуда не спешим, ждем покращення осени. Сказали про перший зал з ігровими автоматами і ще два настольними іграми. Настольними іграми. Ще два зали плануються, які? Конечно, да. То есть, но все это идет именно постепенно, потому что, ну, мы делаем именно за свой ресурс, и как бы в этом году мы планируем открыть 2 из 3 залов. То есть вот как раз во втором уже начнется представлены игрушки для девочек, игрушки для мальчиков и наш комбинат игрушки. То есть, ну, и вы говорите, ну, что мы принимаем, ну, то есть какие игрушки. Но как бы с учетом того, что вот даже мы 3-й зал не можем открыть в этом году, но это связано с нашим ограниченным финансированием. То есть если ну, не частный человек, а какая-то организация нам, возможно, хочет какой-то стенд подарить или оформить, мы тоже будем не против, потому что во 2-м зале будет оформлено большое полотно железной дороги, оно вот, допустим, просит там большой стол и стенд под это. То есть, ну, это такие большие деньги. То есть, если нас слышат и кроме игрушек нам захотят помочь оплатить этот стенд, мы тоже не против, обращайтесь. Ну и найголовніше питання, де розташується цей музей, де він буде? Ну, на сьогоднішній момент это уже говорить можно. То есть, это есть историческое здание, дом инженеров Брянского завода. Если кто-то помнит, где ДК Ильича находится, где находится наш бронепоезд, вот если немножко дальше пройти, то первое угловое здание, это Негаяна 55, в полуподвальном помещении, ну, будет находиться наш музей площадью около 350 квадратных метров. Ну, это такая величезная площадь. Ну, так хотелось бы больше, но все дорого. Але з чогось потрібно, варто розпочинати. Чекаємо на полегшення ситуації, послаблення карантину і все ж таки плануємо так відкриття і створення цього музею дитинства, поринути у дитинство. То ви також долучаєтесь, приносите свої іграшки і розказуєте свої історії з дитинства. Михайло, ну, а ваша улюблена іграшка яка? О, хороший вопрос. То есть я всегда этого ждал, когда папа возвращался с командировки. Он привозил мне ГДРовские модели самолетиков. То есть я был в детстве помешан на моделях самолетов. То есть в Украине выпускал это Донецкий завод игрушек, Киевский Арсенал выпускал тоже такие игрушки. То есть, ну, по всей стране раньше были разбросаны производства. Эти пресс-формы когда-то купили у Англии. И поэтому самолеты были очень хорошего качества, хоть и производились в нашей стране. Ну, а самые лучшие считались ГДРовские, поскольку к нашим, ну, шла только инструкция. И догадайся сам, как этот самолет был раскрашен, все было черно-белое. А если это была ГДРовская модель, все было очень аккуратно. Пластмасска отрывалась без заусеницы, шла красочка, шли деколи. Было написано, как покрасить, как собрать. То есть, ну, как бы, очень приятные были игрушки. За свое время я собрал порядка 127 самолетов, но они прошли 2 поколения племянников, поэтому от них остался только ящик из-под телевизора с деталями сейчас. Ну, то есть, возможно, какие-то я восстановлю к этому музею тоже. Ну, маємо надію, що ви їх побачили ще у цілому вигляді. Дуже дякую, що сьогодні прийшли до нас. Я хотів ще вот сказать тем, хто хоче все-таки, ну, кроме музея детства, которое планируется к осени открыться, попасть сегодня в музей машины времени. То есть, потому что некоторые, когда к нас находят сейчас, они слегка говорят, а не могли бы вы нам сказать, как к вам добраться? То есть, вот обращаясь к зрителям, которые хотят к нам попасть в музей машины времени, посмотреть на ретро-автомобили и нашу подготовку к открытию
открытию музея детства, сейчас по Крестьянскому спуску идет капитальный ремонт. Мы этого хотели 3 года, когда там находились, потому что все посетители жаловались на плохую дорогу. Его начали делать. Ремонт планируется делать до Нового года, поэтому изберите другой маршрут, кроме Крестьянского спуска. И если вы подпишетесь в Фейсбуке на музей машины времени, то вы найдете, у нас сейчас специально разработан квест, то есть бесплатный. То есть есть 3 точки, как можно нас найти по пути, получая приключения. То есть есть один маршрут от Нагорного рынка, другой есть от набережной, есть пешеходный, велосипедный, автомобильный маршрут. То есть перед тем, как прийти в музей, зайдите на страницу, попробуйте разгадать квест, у вас будет еще по пути приключения, и не будет приключения, что вы испачкались, переходя Крестьянский спуск, где идет капитальный ремонт. Ой, це дуже прикольно. Ніколи не чула про квести, щоб потрапити у музей. Чула про квести в музеї, але квести, щоб потрапити в музей, ну, ще ні. Ну, у нас от таке розроблено. Розроблено в прошлі вихідні, тому що зрозумів, що ситуація, поки при ремонту заходить, ну, в таку глобальну стадію, що, ну, людям опасно там ходити. Тож обов'язково зверніть і ви на це увагу. Я не те, що в нашій студії сьогодні був Михайло Прудніков, засновник та директор технічного музею машини часу. Дуже дякуємо, що прийшли до нас. З нетерпінням чекаємо відкриття музею дитинства у вересні. Спасибо, що слідите за нами і приглашаєте на інтересні розговори. Дякуємо. До наступної зустрічі. До свидання.